Мерабалар! Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Нашел очень и очень хорошую квартиру, которая смотрит в восточную и южную сторону, смотрит на крепость Алании. Расстояние отсюда до моря максимум 600 метров. Квартира после ремонта, ее полностью обставили. Бытовая техника фирмы «Арчелик». Вот кондиционер. Шторки. Вид не могу вам показать. Если вас интересует этот вариант, то звоните, на месте все покажу. Балкон большой, который можно застеклить. Один большой балкон и один маленький балкон. Холодильник «Арчелик». 100 квадратных метров вся жилая площадь, дорогие зрители. Так что... Квартира большая, видите, да, что прихожая, коридор, хороший коридор, спальня, минимум 17 квадратных метров, также выходит на балкон. Вот балкон, он поворачивается направо, кондиционер «Арчелик». Восточная сторона, спальня первая, и также восточная сторона, вторая спальня, солнечная сторона, средний этаж, проект сдан в 2009 году или 2010, первый санузел, этот санузел большой, видите, как все удобно. Арчелик тоже новенький, стиральная машинка у нас. Картины тоже в подарок. Хорошая прихожая. Есть у нас есть открытая территория, бассейн, генератор, зона барбекю и открытая парковка. Рядом есть инфраструктура для жизни, сети магазинов и тому подобное. До моря 600 метров, хороший пляж, подземные проходы к морю. Здесь у нас 14-15 квадратных метров. Это спальня. Также второй санузел полноценный. Форточку тоже не забыли. Вот форточка. Итак, дорогие зрители, один из хороших вариантов на данный момент на этом рынке, из всех вариантов, которые я сейчас знаю, это мой пирожочек. Из-за этого я не показываю его. Так что она может стать вашим. Бассейн Айдат 400 лир, зона барбекю там внизу есть, территория хорошая, вид не закроется, вид прямо видит крепость Алании и кусочек моря, я отсюда вижу, например. Цена, дорогие зрители, 169 500 евро, скидки никакой нету, это окончательная цена, на рынке вы ее увидите подороже, так что... Звоним по номеру плюс 90-555-064-91-10. Не упускайте шанс, оно может через несколько дней уйти. Так что быстро действуем. Всем пока-пока.